И первым делом мне надо вспомнить имейл и пароль. Господи, я зашла, мне даже не верится, кажется. Я думаю, загрузка ресурсов? I feel like I'm dead. Наконец-то! Неужели? У-у-у-у! На стриме я уже играла в эту игру, я уже прошла обучение, как бы, ну и чуть-чуть начала сюжет с Кейрой. Так что сегодня мы будем кадрить парней, парней кадрить сегодня будем в этом видео. Мы из Genshin Impact парни будем кадрить. У меня началась, короче, с ним сюжетная ветка, как мне объяснили на прошлом стриме, вернее, просто на стриме. Не обращайте внимания. Золотой карась. Ой, что-то новое вышло. Ну все понятно. 50 тысяч лайков, и я трачу все свои деньги, чтобы выбить эту дамочку. Отправляйтесь на встречу со святовителем в обозначенном месте. Если верить Кэе, его дед был пиратом. Этот пират оставил после себя легендарный меч и спрятал его в руинах Аркадии. Чтобы это сокровище не попало в плохие руки, вы решаете отправиться на поиски руин. Все, погнали выполнять его квест. Если кто не знает, то Кэе это вот такой вот голуб. Синий красавчик, одноглазый. Ну все понятно, значит вилку выбрал. И сейчас мы с вами. Я ничего не знаю, если честно. Я все забыла. Последний раз я заходила в эту игру так даже, когда я стримила ее, и это, наверное, было месяца два назад. Да, все правильно, нам идти сюда. Ну, значит, прямо и налево. Ну, тут ничего сложного нет. Погнали, раз прямо и налево. Цветочки. Пошли отсюда! Мы не рады голубым. Это была шутка, если что. А я же могу телепортироваться просто. Ну что, Кэя? Ой, подожди, я еще не дошла до задания. Ой, уровень 12. Пипец, вы что такие лоджары, я в шоке. Мне кажется, мне конец. Почему так мало... Так... Ой, ну-ка! Ой, не попало, да немножко по тебе. Ой, как на это больно смотреть людям, которые в это играют. Ну все, пробежали куда надо, собственно говоря, и что сделать здесь? Тунец, смотри, ей нужна помощь. Ой, ясно, нубы какие-то, блин. Ты кто такой вообще? Ой, это девушка. За что не стоило ему помогать? Ему? Спасибо вам, на вас можно положиться, в отличие от этих рыцарей из Ордена. Пустяки, Тунец путешествует... Не спрашивайте, почему меня зовут Тунец, я... Это долгая история. Путешественница, значит, это ты. Забавно, что мы встретились при таких обстоятельствах. Значит, ты... Не знаю, как я могу вас отблагодарить. Что, если я поделюсь с вами информацией о руинах совершенно бесплатно? Спасибо тебе, подруга. Какая удача. Хотя, Кэя, вот для кого это большая удача. Платить ты должен был он. В том городе на озере живут три великана, а шести рука. Чё? Двое защищают статую божества, третий охраняет сокровища богов. То есть три великана шестируких охраняют статую божества и сокровища богов. Отлично. Я буду драться. К этой записке прилагается карта. Это не карта. Это рисунок. На карте показано, где сокровище? Это больше похоже на загадку. Для тебя это должно быть проще простого, да? Ты нет, займешься этим? Ты дура! Ты можешь летать, ты можешь пролететь сама и посмотреть где-то. Почему я должна этим заниматься? Конечно! Если тебя не получится решить эту загадку, то пусть попробует Кэя. Похоже, у него тоже котелок неплохо варит. Только не говорите, что мне самое место надо искать. Я не знаю, где это. Можете просить Кэю о помощи, он находится в штабе Орда Фавониус. Он здесь находится, прямо сейчас, вот он тут. Ну пойдемте в этот ваш Орда Фавониус. Это мое настроение сейчас, мой бэд. Короче, мне, значит, надо повернуть назад и направо. Здравствуйте, я Ворда Фавониус. Мне можно пройти? Кэй идет к Кэй, чтобы спросить про деда Кэй, который закопал клад. Здорово! Тунец! Вы вернулись. Похоже, что у вас есть нужная информация. И да, и нет. Все немного сложнее. Загадки? Как оригинально. Давай подумаем. Город на озере — это Манштадт, шестируки гиганты... Гигантские крабы! Я не видел в Манштадте никаких гигантских крабов, к тому же. У крабов 8, но, конечно... Я только что выставила себя тупой. Ветряные мельницы. Неплохо. У мельниц по 6 лопастей все сходится. Да, все верно! В городе 3 мельницы, 2 из них рядом со статуей. А другая охраняет... Я знаю, другая охраняет сокровища!
Перед вами два голубых мужика. Я буду все видео так шутить, простите. А, на эту мельницу надо забраться или зайти в нее, или что это нельзя? Ну, это по-любому вот эта мельница. И что? Что? А что мне сделать-то надо? Мне надо проверить что-то. А что мне проверять-то, собственно говоря? Assassin's Creed. А куда? Почему ты в самый низ упал? А зачем я на нее взбираюсь, если там ничего нет? Да блин, да ты дурачок. Да не надо, сейчас взбираться, у тебя нет энергии. Так не сползай полностью вниз-то. Ты дебил, блин. Куда? Ну что ж ты делаешь, родной ты мой? Да слезь. Пока ты пропавшим без вести. Зачем это вешать здесь? Кто это здесь будет читать? Так, обычный сундук. Дай мне посмотреть, что там? Она вовсе не любила его, источник бьет ключом, но это лишь фальшивый образ, и в час холодного одиночества ее сердце явит истину. Еще одна карта! Опять загадка, больше загадок. Теперь надо по карте куда-то идти. Здесь места больше нет. Опять Кейти, да? Кейп, опять будешь помогать нам, мы затупы. Ну здорово, голубой человек, помогай мне. Похоже на случайную страницу из дешевого любовного романа. О, значит, я была не права, даже такие гении, как я, могут ошибаться. Я же пошутил. Кей, это серьезное дело. Непростая загадка. На поверхности ручья должна быть речь идет о Спрингвейле. Источник бьет ключом, но это лишь фальшивый образ. Что бы это значило? О какой страсти идет речь? От чего меняется уровень воды в ручье? Хорошая идея, водопады. Ключ к тайне спрятан за водопадом в Спрингвейле. Спасибо за помощь, Кэя. Трио-способность. Во-первых, как поменять людей? А во-вторых, как узнать-то, кто с криоспособностью? Я подозреваю, что кто-то из этих четырех имеет криоспособность. Наверное, это Кэй. Нет, крио — это заморозка. Дурак, блин. Зачем он сам про себя в третьем лице говорит? Сразу бы и сказал, возьми меня с собой, ё-моё. Гуси! Мяу. У меня мозг отключился. Кажется, я пришла куда надо, да? Нет. Ты что, дурак? Ты что, дурак? Ты умер в воде просто так? Ты утонул в воде, где глубина, блин, чуть больше 1,5 метров. Ну что, давайте опробуем на вас, насколько я крутой стала. Меня заскамили, я в сельте. Я не вижу никакой разницы. Здорово, мужики, чё почём? А чё, меня кто-то колдует или что? Слушай, сюда. Ты чё, дофига умная или чё? Ой, там какой-то сильный мужик стоит. Кажется, я куда-то не туда забралась. Ты не очень хочешь с ним разговаривать, хорошо, тогда мне придется показать себя, кто здесь, папочка! О, мужик, отпусти, пожалуйста, я вообще не за тобой шла, я хотела просто выполнить квест. Жесть, я крутая, да? Вообще жесть, вот это я крутая, да? Единственное, мне осталось наконец-то выполнить квест, ради которого я и пришла сюда. Да все, блин, да отстань, ну дай мне доделать квест, ну ё-моё. Чё ты летаешь, как шарик сдувшийся, блин? Все, мы пришли куда надо. Почему я жопой к квесту стою? Богатость. То есть это ведь... Только не говорите, что это все. Нам пришлось хорошенько постараться, чтобы разгадать все эти загадки. Не хочу никого обидеть, но эта карта выглядит ужасно, словно ее пират нарисовал. Значит, мы... Пойдем за сокровищами. Ты читаешь мои мысли? Пойдем скорей. Поспешим, не хочу, чтобы кто-то нашел сокровища раньше нас. Что, мне опять взобираться? Нет, там что-то на песке. Я по-любому должна спуститься просто, и все. Что-то вот тут, наверное. Да? Реально, я такая умная! А-а-а, это Dungeon Master, значит, да? Я поняла, вот эти ваши приколюхи. В меня стреляют! Снайпнут сейчас, как в полете, блин. А можешь, чтобы он улетел сюда нафиг? Все, пошел отсюда. Ой, понимаю. Ну, мы это пройдем, это что сложного? Ага, пошли в сраку, блин. А это что такое? Активировать? Ой. Убить 6 врагов за 60 секунд. Хорошо, поняла. Делаем вот так. И все, значит, все в наших руках. Опа, опа, опа. Надо к мелким, надо к мелким. Надо убивать мелких. И все. И тогда все будет быстро и легко, собственно говоря. Ау.
Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас сам не помри. Все, я это сделала. Вау-вау. Вот какой-нибудь басер это, блин. Это все? Это все? Сокровище, где-то моя прелесть. Да нет, давай поищем повнимательнее. Ха-ха-ха, не тратьте свое время. Теперь этим займусь я. А ты кто? Ха-ха-ха, я работал с ней. Да он не слишком глупой, чтобы разбогатеть. Приветствую, мое имя Изард. От имени похитителей сокровищ я благодарю вас. О, вы... Как вы узнали? Мы старались все сделать по-тихому. Я не отдам сокровища без боя. Это моя прелесть. Не стоит нас недооценивать. Снаружи меня ждет моя банда. Не думаю, что они захотят с вами разговаривать. Извините, что без приглашения. Я не успела голос поменять. Что касается твоей банды, ты их можешь навестить их в монстатской тюрьме. А еще лучше поселиться там вместе с ними. Рыцари. Ой, рыцари. Я запуталась собственными голосами. Прости, но нет никаких сокровищ. Да не было. Вы проделали всю эту работу напрасно. Что? Что? Ха-ха-ха-ха. Здорово вам удалось провести меня. Не думал, что рыцари пойдут на такое. Вор не имеет никакого права критиковать методы рыцарей Ордена. Тебе не взять меня! Что? Что? Я ненарочно. 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 И что ты сделал, дурак? Ты что-то активировал. Ты чё ржёшь, ты дурачок? А чё-то как-то страшно немножечко. А чё так много? А как хилиться, вы не подскажете? Ну, как-то на одну кнопочку, может, можно похилиться. А почему? А где все остальные? Тут же ещё какие-то стражи были. Почему только опять я сражаюсь? Ладно, дерусь, может быть, я и не важно, но разве это важно? Ё-моё, ну что? Ну вот что за человек такой, а? Неприятный. Все, добила. Блин, надо было сразу же на Элли его бить. Ну, ё-моё. Извините, ребята, чуть-чуть накосячил. Рыцарь спас мне жизнь. Какой позор. И веди себя хорошо, а то мы запросто можем это исправить. Вот как Орда Фавонию соображает с своими арестованными. Я пошутил. Доставьте его в Мондштадт. Будет сделано. Капитан, а что делать с этими двумя? Что? Без них у нас ничего бы не получилось. Если бы они не распространили нашу дезинформацию, мы бы никогда не поймали похитителей сокровищ. Ах ты, обманул нас! Рыцарям должно быть стыдно! Ладно, ладно, прекрати. Хоть сокровища у нас не существует, но вы все равно собирались присвоить их себе. Почему же вы не сообщили мне о своих действиях? Да нет, пойдем отсюда, хватит мне разговоров. Не так быстро. Вы помогли нам и заслуживаете награду. Предрассветный победоносный меч Триумфатора, как следует из названия, это символ победы и рассвета. Если вы не против, я хочу вручить вам предвестник Зари в качестве награды. Верно, мне кажется, он отлично подойдет для такой умной и культурной леди, как ты, мисс Паймон. Ясно, меня здесь не существует, да? То есть ты подкатываешь к ней, хотя рядом стою я, такая вот красавица. Какой прекрасный день, надо допросить подозреваемого. Неплохо он из разговоров выходит. Это типа вот так вот, да, я закадрила мальчика?